Всем привет, вы на канале IB, и с вами Екатерина. Мне в комментариях написали посмотреть бумажное образование. Это видео я вообще не видела. Вот, ну, вроде как где-то около 2 месяцев назад вышло, и тем более на русском есть. Вот, как бы нашла более такое нормальное на русском. Вот, но меня зацепило именно по превьюшке, как все там нарисовано, представлено. Поэтому, окей, хорошо, я готова, я посмотрю. Ладненько. Вот, так что давайте-ка присаживайтесь поудобнее. Готовьте чаечки, печенюшки. А у меня мороженое. Ням-ням. Надеюсь, не растает. Вот. А перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк на видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да. Надеюсь, мороженое в этот момент не осталось в губах. На губах, извините. Ладно, смотрим. Анимация сделана Кэти. Ага, спасибо за предупреждение, хорошо. Блин, рисовка прикольная. Все по-бумажному. Немножко мне напоминает... Alice Madness Returns, если кто увидел какое-то прохождение или же кто-то играл в эту игру, местами как бы напоминает, и еще напоминает, как называется эта игра, я забыла самую оригинальную игру, после чего появилась игра в Дурсе, в Роблоксе, я забыла, как называется, может, кто-то напишет мне в комментариях, ну, прям очень так напоминает местами. Да, и коридор похож. Это жестко. Что это за жесткая учительница? Все приходится это, учиться, а тут на тебе... Неправильно уроки сделаешь, или же неправильно будешь отвечать, вот тебе и наказание от учительницы. У нее получается рука циркуль. О, боже мой. Ой, как это страшно, однако. Я обязательно плашку поставлю. Жестко. Боже мой. Жесть. Капец. Учись, а то хуже будет так. Я поняла этот посыл. А... Даже напоминает мне еще одну игру, по которой даже аниме есть. Это Данганронпа. Да, это больше похоже на это. Это 100%, я уверена. Прям кто-то вдохновлялся Данганронпой. И да, мне нравится Мономишка. Ну, для кого-то там Монокума в оригинале, кто как запомнил. Но Мономишка просто... Классный персонаж, робот-мишка. Не открывай дверь. Опа! О, боже мой! Теперь это выдвижной ножик, боже мой!
Жесть. О. Спасли. Жесть. Сразу Undertale пошел. Порти своей личности, как будто бы сражается. Теперь это другая вселенная, да? Или та же вселенная? Потому что все поменялось. Элис Ру. Да уж. Вот это жесть. Я не ожидала. Так, немножко еще посмотрим. Ну ладно, это, наверное, все. Да, все. Ну, за предупреждение спасибо. Вот, ну я сама и ожидала, серьезно. Вот. Ну, я все сказала. Ну, в конечном итоге это все показалось, что это Данганронпа. То есть выживай как можешь, можно так сказать. Вот. И, конечно, я немножко конец не поняла. То есть, получается, она не самой собой сражалась, а с девушкой по имени Элис. Ну, Алисой, вот, я так поняла, которая якобы сидела за выходом, а по факту ее просто там заперли, да? Или я немножко не понимаю контекста, то есть давайте-ка порассуждаем. Скорее всего, не просто так устраняли тех, кто плохо учился, скорее всего, они так делали для того, чтобы накормить Алису. Элис, можно так сказать, вот. И тем самым она успокаивалась и как бы дальше там сидела в этой каморке, можно так сказать. А тут только тогда я не помню вот этот момент. То есть, получается, Наша вбегает, героиня, сталкивается с ней, борьба у ворота и так далее, и в конечном итоге та ее убивает, но она не съедает нашу героиню. Ладно. А можете написать в комментариях, как вы поняли данное видео. Может, даже те, кто давно смотрел, как раз таки объяснят, что тут творилось. Вот, мне интересно почитать. Вот, но пока что я остаюсь на этой мысли. Вот. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр и ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на сервер Дискорда, пожалуйста, на YouTube-канале можете ссылки на группу ВК или на сервер Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока!